На улице французских городов снова вышли желтые жилеты. Они протестуют уже 16 недель. Очередная их акция в Париже закончилась столкновениями с полицейскими и массовыми арестами. В столице, чтобы успокоить митингующих, жандармы применили слезоточивый газ и водометы. За крушение витрин, магазинов и призыв к насилию арестованы порядка полсотни активистов. Не обошлось без пострадавших. Прокуратура начала расследование по факту ранения в лицо одного из протестующих. Предполагается, что в него попали из полицейского травматического ружья. Активисты не раз выступали против его применения. Марши желтых жилетов также прошли в Лионе, Нанте, Тулузе, Бордо и в других городах. По данным МВД страны, всего на улице Франции вышло около 40 тысяч человек. Это на 7 тысяч меньше, чем в прошлые выходные. Напомню, акции в Пятой Республике не утихают с ноября прошлого года. Активисты недовольны реформами президента Эммануэля Макрона и требуют изменения законодательства.